Летом на подопойных тропах ставили самострелы АЯ или по-венгийски Беркан. А зимой делали специальные приспособления. И такой способ называется тому. Когда олени мигрируют и проходят через какую-то местность, на склонах сопок вот, делали, изготовляли засеки. Валили деревья и делали как будто вот такие стены из деревьев, засеки. И делали проходы. На проходах вот настраживали вот самострел. Здесь называется АЯ. Он состоит из приклада или лука. Это называется СА. Угу. Также стрелы. Это называется ГЫРБА. Ну, в основном с железным наконечником. Здесь железный наконечник отсутствует. А также переклада. Переклад. Холорук называется. И большой челак. Ну, челак здесь. Угу. Эльбрек. И жилки. Жилка. Сулок, который он натягивается через эту проход. Проход на засеку. И когда дикий олень задевает своими конечностями натянутые жилки, то производится выстрел. Сам прерывался. Угол выстрела специально измеряется, настраивается, устанавливается с помощью вот специальной планки, визира, на которой нанесены вот это, зарубки для оленя, для других больших зверей, бывает отдельно. Таким способом зимой тоже добывали вот, крупных копытных. Даже на лося ставили, на диких оленей. Тоже была очень большая подспорье для поддержания пищевого рациона.